Ефір телеканалу «Беларусь-2» розпочинає програму «Репортер» телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталі Ігнатенка. Доброї раниці. Світлогорський целлюлозно-кордонний комбінат має намір заключити контракт со шведською компанією «Екман энд Компані» на поставки беленої целлюлози на ринки Західної Європи і Китаю. Таке рішення прийнято на підставі виніків відкритого конкурсу. На початковому етапі за право реалізовувати продукцію підприємства конкурували 12 ведучих сусвітних трейдерів. Завод по вытворчасці беленой целлюлозы меркуется увести у эксплуатацию на проконцы этого года. Годовая могутность вытворчасці складе 400 тысяч тонн, 75% из яких плануется накировывать на экспорт. У якости сыровины будет выкарыстовываться белорусская драунина, а так само отходы яе перапрацовки. Компания «Экман энд Компани», якая будет заниматься поставками беленой целлюлозы, створена еще в 19-м стагодзе и зараз мая больше, як 40 подразделений по всем свете. У Гомелі будет вырабляться лепшая по якости пшеничная мука. Здарыцца гэта после того, как тут будет уведены у эксплуатацию головный млын областного центра. Зараз на городском комбинате хлебопродуктов завершается модернизация основной вытворчасти. Новое обсталяванне дозволит не только значно снизить энергозатраты, але и пачаць выпуск продукции, запатрабаванной на знешних рынках. У чым пераканаліся у тым ліку и наши корреспонденты. На территории центрального района Гомеля сегодня находится около 5000 субъектов господарения. Але комбинат хлебопродуктов – предприемство без перебольшения особливое. От его деятельности у значной ступени залежит харчовая безпека краины. Все лето у лик державного заказа тут приняли 35 тысяч тонн сбожжа. Контроль за его якостью протягивается каждый день, але уже зараз можно ствержать, что все летний урожай лепш за летошний. Дальше до 80% муки будет поставлено комбинату хлебопродуктов для вытворчасти хлебобулочных выработок. Остальные реализуют насельніцтва праз гандлёвую сетку. Мы заготовили достаточно пшениц третьего класса с хорошей клейковиной. И будем надеяться, что в работе она себя покажет хорошо. В прошлом году у нас был в основном четвертый класс, но с третьего мы не заготовили даже себе под плановую работу. А в этом году у нас, в принципе, вопросов нет. Гомельский комбинат хлебопродуктов – предприемство со шматгадовыми традициями якости. Тут навод свой лозунг иснуе. Прибыток – самое головное, але якость дорожей. Еще в 1971 году тады млыновый комбинат был узнагороджены орденом працовного червоного стяга за укоронение новой передовой технологии. Правда, с того часу шмат чего изменилось, и все лето тут проводят новую модернизацию основного млына. У вынику вытворчасть муки вышейшего гатунку с кожного килограмма сбожжа повелишится с 38 до 60%. И это не один и плюс. Это нам позволит улучшить качество выпускаемой продукции, расширить ассортимент и, самое главное, сэкономить средства. Сегодня энергопотребление нового оборудования в разы меньше существующего, которое до этого было. На этом мы надеемся иметь прибыль. Еще одна мета, якая будет достигнута у вынику модернизации вытворчасти – повеличение экспортных поставок. У вогуле гомельский комбинат хлебопродуктов и сегодня поставляет продукцию за межи краины, але ее ассортимент не вельми широкий. Молдова набывает житную муку. Китай – шелупинья грешки, якое выкарыстовывается у постельных приналежностях, бо оно снижает вельготность и снижает насекомых. Але это явно не основная продукция предприемства. Это большой инвестиционный проект, который реализуется при поддержке нашего губернатора и Министерства сельского хозяйства. Значит, результат реконструкции данной мельницы позволит добиться лучшей по качеству муки в Республике Беларусь. То тем самым обеспечить более качественной мукой и свой регион, и республиканский внутренний рынок, и замахнуться на хороший экспорт в Российскую Федерацию. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельскую область с рабочим визитом наведала группа экспертов Сусветного банка совместно с керавництвом Департамента по энергоэффективности Держстандарту Республики Беларусь. Делегация ознайомилась с деятельностью шерогу субъектов господарения, деле обмеркования реализации совместных проектов повышения энергоэффективности на предприемствах Гомельской области и у жилево-коммунальной сферы. Керавник представництва Сусветного банка у Республики Беларусь Ян Чулким на посаде амаль 2 месяцы. За гэты час он поспел наведать 22 предприемства нашей республики. У Гомеля он уже третий раз. И вось его первый визит на посаде керавника представництва Сусветного банка. Он присвечены подробязному ознаемлению с промысловым потенциалом Гомельщины. У приватности замежных гостей цікавілі объекты, которые занимаются пытаниями повышения энергоэффективности и працуют на мясцовых видах палива.
Мы реализуем целый ряд проектов. Это прежде всего проекты, которые касались большой энергетики. И мы начали новый проект 90 миллионов модернизации энергоисточников в жилищно-коммунальной сфере, работающей на биотопливе, то есть работающей на древесной щепе. Это будет 13 современных объектов, которые послужат, я надеюсь, в дальнейшем примером для развития энергетики жилищно-коммунального хозяйства. У рамках візиту делегація навідала котельню жильово-комунальної господарки Гомельського району, яка будувалася за сродки Сусвітнього банку. Сьогодні вона працює на місцевих видах палива, дає тепло жилому фонду агрогородка Яроміна і об'єктам соціальної сфери. І при цьому дозволяє у 2,5 рази економити уживання природного газу. До речі, обсталювання, яке тут установлено, виробляється на білорусько-французькому підприємстві «Камконт», на якому делегація ближе познайомилася з витворчістю сучасного котельного обсталювання на біопаліві. Сьогодні підприємство, яке працює у СЕЗ, наладила збит України ближнього і дальнього заміжжа. Велике ураження у гостей викликав візит у один у республіці Гомельський обласний музей енергозбереження. Завершаючим етапом насиченого робочого візиту представнику Всесвітнього банка стало наведування підприємства у флагмана у Гомельській області – Гомсельмаша і Добрузького фарфорового заводу, у ході якого гості познайомилися з продукцією, технологіями і обсталюванням цехов, а так само з найбільш значними досягненнями по питаннях енергоефективності у витворчості. В Всемирном банке у нас уже накоплен опыт позитивной работы с Гомельской областью. У нас были проекты, направленные на помощь области преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в особенности в сфере энергосбережения. И я считаю, что мы не должны останавливаться на этом, а должны дальше продолжать работу в этом направлении. Тамара Бялицкая, Сергей Нигеревич, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Визначився новий уладальник Кубка Білорусі по пожарно-врятувальному спорті. Переможця визначився після двохдзённых спаборніцтваў, які пройшли на базі ліцея при Гомельському інженерному інституті Міністерства по надзвичайних ситуаціях. По яких критеріях визначали лепших, ведає Олег Сенцеров. Менш за місяць тому тут проходили спаборніцтва по пожарно-врятувальному спорті поміж командами Гомельської, Бранської і Чернігівської областей. І ось тепер сюди знову приїжджають міцніші спортсмени. На протягу двох днів на базі ліцея при Гомельському інженерному інституті Міністерства по надзвичайних ситуаціях своє майстерство демонстрували претенденти на Кубок Білорусі. Спаборніцтва такого узровню тут приймають не упершиню, а тому і організація відповідна. У 2009 році вот эта база была построена и сдана весной в эксплуатацию. Летом к нам на сборы приехала сборная команда Республики Беларусь по пожарному спорту. Они готовились к чемпионату мира. Значит, потренировались. Очень им понравилась сама база, само покрытие дорожек. Значит, и они предложили, и в календарь соревнований на следующий год было внесено проведение Кубка Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту в лицее. У судейском протоколе 9 команд от кожной в области и города Минска, а так само столичного командно-инженерного и Гомельского инженерного института Министерства по надзвичайных ситуациях. Лепших вызначают по выниках двух видов спаборницу. Это переодоливание 100-метровой полосы с перешкодами и подъем по штормовой лестнице. Выники вельми отрозниваются. Нехто и до первого разраду не наближается. Нехто литерально у одним кроку от сусветного рекорду. Подъем по штормовой лестнице, бодай самый видовищный вид спорту. Спочатку необходимо пробегти 30 метров, а потом трапить на четвертый поверх. Сусветный рекорд каля 13 секунд. Сьогодні зборна Білорусі – один з лідерів у сусвітному пожарно-врятувальному спорті. Кубок Білорусі для ведучих айчинних спортсменів – один з етапів підготовки до спаборництва більш високого узровню. Гомельчанин Володимир Стральченя завершає уздим по штурмовій лісниці з виніком 13.09. До сусвітного рекорду не хапає 1,3 секунд, але на гэтым кубку – лепший винік. Всі елементи дуже технічні і достатньо складні. Неподготовлений спортсмен – не выполнит все элементы так, как нужно, и не покажет высокие секунды, потому что не только технически нужно быть готовым, но и физически. Спаборництво на Кубок Беларуси 2015 по пожарно-вартовальному спорте завершены. Гоноровый приз у команды Гродинской области. Гомельчане на этот раз только пятые. Олег Сенцеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Перший у Гомельской области военно-патриотичный класс пограничной накированности з'явился у Новогудской средней школе. 18 подлетков на протягу ближайших двух годов будут спостигать азы пограничной справы. Затем, как проходить научальный процесс, назирала Ганна Ковалева.
Звыклы официальный деловой стиль навученцы 10 класса Новогодской средней школы изменили на зеленые береты, камуфляжное обмундирование. В учебном раскладе по соседству с математикой и физикой у их особливый предмет – пограничная справа. 18 человек, которые прошли отбор по психологичных и физичных якостях, стали пешими в Гомельской области навученцами военно-патриотичного класса пограничной накированности. Они живут непосредственно возле государственной границы. Здесь рядышком пункт пропуска, пограничная застава. Все это они видят, часто бывают на экскурсиях. И в дальнейшем мы надеемся, что эти дети пойдут учиться в наш институт пограничной службы. Естественно, что мы пополним свой кадровый потенциал. В учебной программе тактика пограничной службы, инженерная справа, идеологичная и специальная подрыхтовка. С практичных занятков – сборка, разборка автомата и стрельба с пневматичной винтовки. У перспективе у новогодской школе будет подрыхтовано помешкание для тира. Выдатки на форму, оформление навучальных помешканий, их наполнение методичными материалами взял на себе Держпогранкомитет. В этом классе очень нравится учиться, так как мы разные строевые подготовки отрабатываем, выезжаем на полигоны, ездим в Глыбоцкое на заставу 1224. Также нам рассказывают, много показывают интересного. В дальнейшем хочу связать свою судьбу именно с погранзаставой. Хотелось бы идти работать на пограничника, так как дядя работал и много всего рассказывал интересное про границу. Хочется связаться там дальше с границей, идти работать на контракт. Кроме стандартных выпускных экзаменов, этих школьников чекает контрольный срез по пограничной справе. Уже сегодня большинство их планируют носить зеленые береты и после закончения школы. Тем больше, что при поступлении в институт пограничной службы яны будут иметь переваги перед иншими абитуриентами. В целом же кадровой проблемы у этой сферы на сегодня нема. А вот актуальной во все часы застается необходимость повышения профессионализму. И таки класс даст махчимость починать и рыхтовать специалистов уже со школьной парты. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом ранний информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель» завершены. Дзённы глядите сегодня на телеканале «Беларусь-1» у 15.15. До встречи у эфира.